Так, новая коллекция. Посмотрите, поступила Софии ботиночки классные. Новая коллекция, поэтому вот так вот. Вот. Такие ботиночки классненькие. Опять все мужское у нас. Это натуральная кожа. Опять такие большие мужские. Эти самые. Смотрите. Вот такие ботиночки. Новая коллекция. Стоимость здесь. Так, 5400. Где-то около того. Это здесь скидочки. А было 7. Вот такой был 7200. А сейчас 5400. Вот, смотрите. Вот еще пошли другие. Вот, смотрите. Ой, такие капули всякие разные, смотрите. Так что вот так вот. Музыка, я боюсь, меня забанит YouTube. Вот такая вот. 60-70%. Это все натуральная кожа. Ну вот, о, смотрите, какие. Ну, они очень. Ну, они, в принципе, легкие, но. Ну, мне кажется, не гибкие, кожа не, ну, то есть не гибкая это самая. Вот, смотрите. У меня примерно такие же. Тоже, смотрите, натуральная кожа, большая скидка. Так, я смотрю. Очень неплохие, все очень неплохо. Я тоже там сегодня. Ой. Слушайте, смотрите, как мне нравится. Ой, какие они мягкие. Ой, какие они мягкие. Сколько они стоят? 390. О, вообще. Ой, какие мягкие. Слушайте, очень даже. Это... Вообще. То, что доктор прописал. Хочу такие. Ладно, буду думать. Вот тоже, смотрите, как он. Здорово. А вот много лакированной. Вот какие. Такие лакированные туфельки. Что, ну, выбор большой. Выбор большой. Лакированных очень много. Кому, в общем, смотрите, кому интересно. Стоимость здесь примерно около 3-4 тысяч. Вот так вот. Но это все. Это со скидками все идет. Я думаю, что скоро будет поменяется, будет новая коллекция. Это я так понимаю, распродажа еще со старых коллекций. Думаю, будет большое обновление. Так что вот такие вот дела. Смотрите, какие здесь дамские шапочки, шляпки. Всякие разные. А, смотрите, для лета такая симпатичная. Для дам, я думаю, постарше, таких как мы. Видите? Это, по-моему, все российское производство. Шляпы. Очень симпатичные есть. Хомутики вон опять в моде. Я смотрю. Хомутики. И тапочки на такие. И вот эти шляпки. Смотрите, какой здесь интересный. Аппарата я не вижу, да. Так, что здесь новая коллекция? Носите. Ничего такого. Чтобы глаз пока положить. Слушайте, ожили у нас магазинчик в сентябре. Очень интересно. Надо будет прогуляться. Я сейчас буду в небольшом отпуске после больничного. Надо будет прогуляться по магазинчикам обязательно. Сейчас иду сдавать свой больничный на работу. Что тут в моде? Тут много интересного. Ничего такого.